Доброго вечера, горячий, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы поиграем в игру Brick Riggs. Как давно мы не снимались с Турбо ролики, я уже на самом деле по нему немножечко, так сказать, соскучился. И сегодня мы наконец-таки вместе и будем играть в игру Brick Riggs. Это Лего мир, Лего игра и все такое. Я тебе не дам сказать ни слова, друзья, сегодня у нас будет идейка с... Ладно, говори. Молодой человек, а не подскажете, где найти высокие коэффициенты? Вы что, не знаете? Конечно же, на сайте 1xbet. А быстрые выплаты там тоже есть? Конечно, а также высокий профессионализм сотрудников. И как же мне попасть туда? Просто перейди по ссылке в закрепленном комментарии, и ты все найдешь. Ну тогда я побежал. Да, на самом деле, кстати, ребят, Рунтик на самом деле врет, он по мне не скучал, мне тут пташки нашептали, что это все вранье, поэтому, ребята, с вами Турбо без Рунтика, и сегодня я буду снимать Brick Riggs. Все, пока, ну, вот, я пошел. Вот зря ты повернулся. Я такой отвернулся от ужаса автоматом. Короче, друзья, в общем, сегодня у нас идейка довольно-таки банальная. Как вы знаете, в этой игре добавили огнемет. Да, друзья. Да, я это показывал. Да, я показывал. А, ты показывал, я нет. Вот, и, короче, сегодня мы решили сделать такую тему, что мы сейчас турбо берем по автомобилю, ставим на него огнеметы, и потом, короче, устраиваем с этими автомобилями погони. Короче, смотри, сейчас будет такая тема. Мы сейчас берем с тобой по автомобилю, ставим огнеметы, вот, потом кто-то из нас берет с обычную машину, я за тобой гоняюсь, потом я беру обычную машину, ну или ты, и, короче... Да. Я, в принципе, так хотел тебе предложить, поэтому погнали в гараж. Мы прям, наверное, на запись всем покажем, как мы это будем присобачивать. Да, потому что... Это я предложил... Так, подожди, я тут делаю, ребята, вы видите, да, я тут делаю просто какую-то знатную вещь. Блин, это прям, помнишь, тачка на прокачку, былые времена, да, было красиво. Да, ну типа это немножечко другое, потому что здесь я прям вообще прям не парюсь по поводу, типа, ничего, я просто хоп-хоп и все. Блин, а где оружие? Где? Я даже знаю, как я сейчас это сделаю, вообще четко, в натуре классно прям, друзья. Я не знаю, пишите в комментариях, у кого сейчас тачка получится круче, но я сразу говорю, типа, я на красоту вообще, типа, вообще сейчас просто положил огромный болт, я сейчас чисто за практичность и все. Я только дошел, у тебя огнемет. У меня проблемы. Так, нет, вот так вот, короче, сделай. А я даже знаю, как я сделал, чтобы все сейчас было. А какой здесь есть, короче, предмет, который не горит? А, кстати, там же, по-моему, много чего обновили. Теперь горит только, ну, то, что должно гореть, а не горит то, что не должно. Ну, типа, там всякая сталь вроде не горит. А, во, ну, короче, я тут, короче, более-менее что-то намутил. Вот, и я надеюсь, что сейчас это сработает. Короче, все, я все придумал. Турбо, я сейчас уже, в принципе, скоро буду готов. Подожди, я, походу, вместо огнемета поставил... пушку. Блин, ты охренеешь от моей тачки. Давай я отъеду куда-нибудь. Давай, сейчас я... Мне кажется, это будет, не знаю, скорее всего, я проиграю. Но, блин, мне нравится. Мне нравится, как это выглядит. Мне вообще капец быстро тратится топливо. Ты просто охренеешь. Ладно, все хорошо. Короче, давай я просто буду устанавливать, когда у меня будет топливо заканчиваться, и все. А, я тебя вижу, кстати. Давай. Так, ну что, давай тогда покажем хотя бы друг другу наши эти, а потом как-нибудь на кама, ножа, бумажа выберем, кто будет первый догонять, угонять. Да, давай. Как тебе, смотри. Нифига ты. Причем смотри, что можно сделать, смотри. Охренеть. Нормально, да? Ха! Не, ну слушай, ну у тебя... Так ты сам себя так не сожги. Ой, блин, об этом я не подумал. Ну, у тебя однозначно, типа, победа в плане идеи, прям однозначно. Да, блин, я просто взял машину. Это, знаешь, машины, они снимают, типа, погони там во всяких форсажах. Ну, я понимаю, ну, типа, это вот вообще первый раз. Ну, выглядит прикольно, прям, да? У тебя очень крутой раз получился, да, вот прям, знаешь, что хочу сказать, прям в натуре четко. Но подожди, я не знаю, что ты горишь? О, горишь. Горишь, нормально. Я не от этой машины, не на этой машине. Ну, все, короче, вот я понимаю, тачка. Да, ну, давай, кто первый будет угонять? Давай, кто первый будет угонять. Короче, давай, короче, сейчас встанем вот так вот на дороге, вот так вот далеко. Ты в тот конец, я в этот конец. На счет три выстрелим со снайперки, кто кого завалит, тот типа и... Ого, первый. Подожди, слишком сложно. Ну, давай. Далее, в тот конец, в этот конец, это куда? Так, ты в какой конец встал, да? Я нигде, я еще никогда не встал. А, подожди, машина будет. Да, ну вот видишь где? А, все, понял, да, все. Да, во. Подожди, со снайперки я взял не снайперку. Все, я готов. Да, давай. Итак. Считай. А кто ты. Раз, два, три. Опа! Ладно. Так, ну все, тогда я первый догоняю, ты первый убегаешь. Да, базару-зиру. Базару-зиру. Блин, а было бы прикольно, если бы еще человечком добавили огнеметы. Кстати, а я, кстати, вообще сначала подумал, что человек. Вообще, это я из твоего ролика вообще узнал, то, что типа обнул. Ну, смотришь мои ролики, мне приятно. Блин, а у тебя тоже моя? У меня моя колбаска. Нет. Нет, ну это типа не сильно ты успокоился. Нормально, это уберем. Все, давай, бери машину, я готов уже тебя догонять. Подожди, а где мы гоняться будем? Чисто по городу? Ну, типа, да, давай какое-то будет лимитированное время, типа, вот. Я, типа, сейчас, смотри, я стартую от
Откуда? Этой, как его? От парковки. От парковки. Ага, а мне стартовать прямо за тобой или откуда-нибудь с другого места? Ну, слушай, я не знаю. Попробуй сначала меня найти, а потом уже будешь... Типа, ну ладно, давай, все, я стартую откуда-нибудь отсюда. Все, я... Блин, вот неудобно, у тебя тоже непривычно. Ты после Ев, когда телепортируешься... Да, только что хотел это сказать. Итак, друзья, все, продолжаем. В общем, я пока что турбо не вижу. Я, в принципе, да, тоже рунтика пока не вижу. Это чтоб ты знал. Я, кстати, взял себе машину из My Summer Car, это типа... Ой! Что-то ты много говоришь. Я сам сейчас был в шоке, повернулся. Да, а ни хрена. А ни хрена, а я думал, типа, я быстрый. Тихо, но проблема в том, что... Я могу... О, горит, это хорошо. Просто понимаешь, если я сильно об тебя долбанусь, у меня отлетит все. Тихо, а я даже не знаю, а тут воды нету. Блин, а выглядит это реально прикольно. Я даже не знаю, что мне делать, нет! Ой, огнемёт сломался! О, ты сгорел! Всё. Фух. Да. Ну это было изи. Ну подожди, да, слишком как-то получилось так, что я близко к тебе. Давай еще одну, типа, попробуем. Давай еще, я прямо отсюда поеду. А, ты тоже? Ну ладно, я сейчас, не-не. Уходи. Я знаю, куда я стану. Но я сейчас вот отсюда стартану, типа, да блин, как непривычно то, что типа... Да. Сразу под землю, да, такой камеры полетает? Ну все, да, короче, я... Да. Не, слушайте, ребята, идеальная машина для съемок фильмов апокалипсиса, по-моему. По-моему, ты очень быстро едешь, кстати. У меня тоже слишком быстро... Блин, я обломался. Подожди, Я как это, знаешь... Я могу, кстати, ее, знаешь, выставить вперед. Помнишь, как мы снимали, типа, машины-гладиаторы? Брата, она мне быстро отломается. Подожди, а если... Подожди, я хочу кое-что сделать. Подожди. Типа я так вперед. Во! Посмотри на это, если сможешь. Я видел, да. Как я просто эту пипку вперед подставил. А, блин, только она трястись начала. Блин, нифига, у меня как будто в машине, знаешь, как это в GTA San Andreas, когда там женщину ты сажаешь к себе, а машина трясется. Нет! Я горю! Все горят! Подожди! Кто первый взорвется и умрет, тот проиграл. Давай. Блин, нельзя потушиться. Вот умер, все. Ой. Ага, твою мать. Я еще живу, фух. Так, ну я предлагаю еще один раунд. Такой же. Я тебя, да, хочу еще. Все слишком быстро. Я прям отсюда, ты можешь хоть из дома мэра. Фига себе, я тут прикольный, короче. Не-не-не, я в прикольном местечке уже зародилась вообще. Ладно, я понял, что не очень круто ее вперед ставить, как-то это не очень круто получается. Короче, поэтому... я понял, я сначала тебе поддавался, потом я понял, блин, что не надо на самом-то деле. Да, мне подавали. Да, блин, ты шо? Я же прирожденный брикриксер. Нигде. Ты, я думал, ты песню хочешь. Опа! Как так получается, чтобы так быстро. Ай! У меня. Ах, не поджог! Тихо, подожди, у меня. Ты что? А вот это, кстати, это у тебя плюс. У меня залагало, короче, это не я сюда поехал. В смысле? Что за читы? Автопилот. Клавиша залипла, короче. Блин, я отломалась. Блин. Тупо только направо машину поворачивал, и все. Нормально, ну как ты направо так нормально так въехал? Так, блин, а куда ты... Да ядрить, я... Ой. А я так и знал, что ты здесь. Она просто у меня слишком, это, широкая. Подожди, а где ты? Короче, все, я поехал в дом мэра, если ты меня, короче, не... А-а-а, понял. Ой. Дом мэра. Ну, как говорится, мы с мэром кореша, поэтому, если что, он меня в гости ждет. А, вон. Только, блин, как ты поедешь-то, а? Писем. А, ну я знаю, что делать надо в таких ситуациях. Ты меня недооцениваешь. Не надо сразу в дом мэра ехать. А. Я думал, ты уже туда просто, там уже где-то близко. Не-не-не. Так, ребята, я знаю, что делать, поэтому... Надеюсь, что получится. Так, мне такое ощущение, что ты полями... Нет. А, ну я сейчас... Так, а ты, наверное, полями поехал. Давай, ты сможешь. Ну я переехал, поэтому я могу восстановиться. Не-не-не, ребята, вы главное не пишите ему в комментариях, где я, потому что иначе он догадается. А, то, да! О, пацаны, а я. Ой, а ты уже там! Ты говоришь сразу не ехать, я-то думал! Не-не-не. Обманщик, кальянщик, блин. Ладно, все. Не, это все. Да, это победа. Подожди. Сейчас знаешь, как сделаю? О, ни хрена! Как? У меня сломалось, подожди, можно вот так делать, да? Так же можно? Да, я. Ты не ожидал, походу? Блин, ты не горишь! Иди сюда! Я думал, ты по асфальту поедешь, вот это была эпичность, друзья, просто... Тихо, блин! А турбо, короче, подрос, друзья, вообще, он такие эпичности начал делать. Моя колбаска! Ты, конечно, я Stormwork снимаю сколько лет. Блин, нет, я не смогу. Все. Да, есть. Есть. Блин, не, ребят, ну это фиаско, колбаска. Я, конечно, доеду до Рунтика, но, скорее всего, он меня ждет уже со своим гранатометишкой. Рунтик?
Арунтик? О, здравствуйте, мне нужно к мэру, там это важные дела поспрашивать. Я не перезарядился. Твою мать! А у тебя жиськи не жиськи? А жиськи, жиськи. Все. Пацан, да хорош. Да успокойся. Все. Блин, ты не сгорел. Ну ладно, получается 2-1 по раундам. Так, теперь окей. Я так понял, что мне нужно брать замечательный автомобиль, на котором я буду от тебя уезжать. Ты берешь свою огнеметную машину-убийцу. Ладно, все, хватит трындеть. Здорово. Ой, все, все, поехали, прямо отсюда начинаем. Как тебе, кстати, мой этот? Это жучок? Жучок? А, я думаю, это типа не жук, я думаю, это машина. Ха. Ой, ну как громко, у тебя там их так много, что это реально так громко. Да, ну кстати, у меня их на... Так, стоп. Блин, ну что-то, друзья, по-моему, наступает эра, когда турбо начинает выигрывать. Начинается эра турбентия банально. А ты думаешь, мы с тобой не снимали? Я думаю, что ты тренировался целыми днями и ночами в Брикликсе. Да, ой, ты тренировался, короче. Погоди, мы только в третьем раунде у тебя поедем в этот, как вот туда. Да, я и не еду, я где тут был, так и остался. Не знаю, куда ты уехал. Ха. Ладно, поеду, короче, в главную эту дорогу. Чё это ты, по-моему... О, смотри, я просто не боюсь тебя. Просто поверь мне. Кстати, зря. Что ты? Что ты сделал? Я не знаю. Охренеть. Это был ты. Я не знаю, чей это раунд. Это, ну, не знаю, ничей, наверное. Ничей, ну ладно, хорошо. Я еду прямо вот отсюда. Я тоже. Я не знаю, как это получилось. Я вроде тебя врезался. Причем взрыва вроде как такового особо не было. Просто умерли и все. Я просто погиб ради любви твоей. Да ё-моё. Так, ладно. Я на самом... Не, я не буду играть в трусишку, я буду ехать на тебя, тебя, мне не страшно. У тебя вроде красная машинка, должна быть красная, типа заметная, да. А что-то как-то и не это. Да я в том же месте, где мы с тобой умерли. Почти. Ну блин, у меня Шкода просто охрененная. Это Шкода Octavia RS, друзья, она просто великолепна на самом деле. Ну такое. Ладно, хорошая машина. Да. Хороший автомобиль, как говорится, хорош вдвойне. Да. А очень знал? Хороший. А очень хороший втройне. А просто автомобиль. Он не хорош. А, он не хорош, он плох, да? Но он плохой. Так, ладно, все. Не заговаривай мне зубы, потому что я уже уверен, что ты где-то рядом свои огнеметишки суешь мне прямо. Ну, куда не следует, так сказать. Ну, окей. А вот я тебя вижу. А я тебя нет. О, как? Какого хрена? Вот это было, да. Подожди, я... Блин, ладно, давай, когда я уже горю, мне нужно, короче, я не знаю, сделать все. Походу, ты их себе так много поставил, что при соприкосновении ты как-то взрываешься. Они, кстати, по-моему, взрываются, если я не ошибаюсь. Они... А, да, может быть, они взрываются. А у меня-то моя пипка, она была далеко от автомобиля, поэтому если она у меня взрывалась... Ну, мне кажется, это мой, это раунд за мной. Ну давай, ладно. Попробуй, кстати, сейчас просто врезаться об стену и посмотри, будет взрыв или нет. Ну давай. Сейчас он такой встает за компьютер и пойдет головой посамбиться. Нет, ты что, я ж не самбист. Не самбист? Причем здесь это, конечно, не... Все, последний раунд, я потихоньку тогда начинаю ехать. Не-не-не-не-не, что-то нихера, по-моему, не взрывается. Да, непонятно. В общем, я потихоньку начинаю ехать в мэра. А, да, в натуре взрывается. Так, ты начинаешь к мэру ехать? Ну, потихонечку, помаленечку, так сказать. О, ни хрена. Только третий раунд, самое то, самая пора, так сказать, бы. Все. Так сказать. О, я тебя вижу. Ты не должен меня видеть. Я ты меня видишь? Тихо, я ж от страха плохо вожу. Так, тихо. Тихо. Вика, я тут дрифт вил. О, пятачок. Да, подожди, она у меня слишком какая-то дрифтовенькая. Да тихо, успокойся, турбо. У меня механика, мне очень хреново. Так, если я не ошибаюсь, там же тоже можно проехать. Да. Так, тихо, поезд, ты чуть под поезд не попал. Подожди, в смысле поезд? Поезд! Фух. Так. Хоть бы ты тут взорвался. Нет, не я, не я. Да нет. Твою мать. О! А я тоже, блин! Я еще так красиво отлетел. Короче, не знаю, мне кажется, третий раунд надо переиграть. Ну да, но это было как минимум эпично. Да, это было внутри четко классно. Так, все, ну это точно уже самый последний раунд. Хотя мы часто так говорим. Я стартую прямо вообще откуда-то из жопы. Я тоже куда-то в жопу зажопился. Блин, я аж голос потерял, но это было эпично. Я, кстати, думал, что ты один взорвешься, но мне чуть-чуть не хватило. Да. Буквально миллиметрик. Это было классно, конечно. Все, я вижу. О! Сости. Ой. Твою мать! Я не хотел. Давай. Четвертая. Пятая! Отвали! Твою мать, в смысле? В смысле, бан! Тихо. Не понял. Тихо. Так, это... Слишком быстро!
есть. Тихо, родной! Есть, есть, есть. О, красота, красота! Ты видишь, что я делаю? Блин, ой. Турбо, ты чё? Я... Тихо, тихо, на колеса, родной! Я забыл кнопку какую-то. Нормально, все. Едем. Я могу ехать. Нет, отвали. Ну, пожалуйста, не жги меня. Гад какой. Пацан, он просто жарит. Я просто барбекю. Ну да, пацаны, короче, сейчас шашлычок будет. Так, опа. Сейчас будет шашлычок, ребят. Давай. А, ты где? Я... А, подожди. Ну ладно, я думаю, что это было реально эпично. Да, это было, ну, особенно когда вот ты подлетел вот там, вот это было просто охрененно, да. Мне еще понравилось, как мы взорвались там. Ребят, вы пишите, что вам больше всего в этой серии понравилось, какой момент. Мы его обязательно пересмотрим. Да, мне кажется, им понравился больше всего я. Нет, ты воняешь. Ладно, друзья, короче, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ой, на наш канал. А вам всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. Это тебе за то, что ты ЧСВшник.